Добрый вечер, друзья. Мы рады вас видеть на нашем концерте. Сегодня мы вам подарим массу эмоций. Спасибо вам за то, что вы пришли. Мы начинаем. Спасибо. Николай Владов, брата, стену в саксофон.
корни, труба. Thank you.
Юлия Садовина клавишные, Александр Тупаев гитара, Кирилл Гутник бас-гитара, Виктор Кукормин ударный. А у нас... У нас заявлена авторская музыка, но мы сегодня сыграем не только авторскую музыку, будет еще пара композиций из репертуара других великих музыкантов. Эта композиция называлась «Фанкин», она принадлежит мне. Сейчас мы сыграем композицию, которая называется «Apart From You», она принадлежит первой нашей пианистке Юлии Асадулиной. Аранжировка наша общая. Каждый участник коллектива внес свой лепту в звучание данной композиции. Сейчас мы ее для вас сыграем. Thank you.
Композиция «Apart from you», композитор Юлия Садулина, аранжировщик Види Бенд. Сейчас немножечко изменится формат звучания. Секундочку. Сейчас будет исполнена композиция в трио. Виктор Кукормин ударный, Кирилл Гудник бас и Юлия Садулина рояль. Композиция называется «Утро на горной реке», композитор Юлия Садулина. Thank you.
Юлия Шадрина и «Утро на горной реке».
Ну а сейчас как раз настало время тех композиций, которые принадлежат перу знаменитых саксофонистов, неоднократных обладателей Грэмми. Первая композиция принадлежит перу Джошуа Редмана, называется «Jazz Crimes» — «Джазовые преступления» или «Джазовые злодеяния», ну, кто как переводит. Сейчас мы немного позлодействуем. Thank you.
Джошуа Редман и наши Джаз Краймс. Ну, наши, потому что у нас тут гитара все-таки, а там орган. Следующая композиция принадлежит Майку Штерну, называется «Хромозомов». Thank you.
Первый сет закончен, мы немножечко передохнем и повернемся. А после перерыва вам будет небольшой сюрприз. Спасибо. Здравствуйте еще раз. Вот они, небольшие сюрпризы. Мы взяли инструменты, на которых практически не играли раньше. Вернее, не выступали, с которыми никогда. Николай Протас сегодня с флейтой, я с сопрано. Мы сейчас исполним композицию Юлии Асадулиной, называется «Черное море». Thank you.
Спасибо. Следующая композиция называется «Glass Blues», стеклянный блюз. Посвящается всем джазовым музыкантам, которые любят ходить на джем-сейдж. Flügelhorn. Thank you.
Thank you.
Спасибо. Это был Glass Blues. Следующая композиция называется «Когда я думаю о чем-то хорошем». Лето, вторник. Почему нужно грустить? Thank you.
Спасибо. Для нас сейчас будет долгожданная тема. Долгожданная композиция. Мы ее долго репетировали, долго готовили. Она будет заключительной в этом концерте. И перед тем, как ее исполнить, хочу вам представить участников еще раз. Антон Захаров, труба и флюгельгорн. Николай Братас, тенор, саксофон и флейта. Юлия Асадулина, клавишный и рояль. Кирилл Гудник, бас-гитара. Виктор Кукормин, ударные. Александр Кубаев, гитара, он эту композицию с нами не исполняет, но он насчет нам вернется.
спасибо. Композиция называлась «Infinity». Это была заключительная композиция в сегодняшнем концерте. Друзья, мы благодарим вас за то, что вы сегодня пришли с нами, пришли к нам на концерт. Извините, я заговариваюсь немножко. Спасибо за то, что в этот вечер вы выбрали нас, и мы очень надеемся на то, что мы вам подарили немножечко положительных эмоций на сегодняшний вечер. Спасибо вам огромное. Подписывайтесь на нас ВКонтакте, в Фейсбуке и Инстаграме. Там все последние новости о концертах. Обещаем, что на следующих концертах, на каждом концерте будет что-то новое и интересное для каждого слушателя. Спасибо огромное еще раз. Были рады вас видеть, были рады для вас играть. Приходите к нам еще.